outside. Super slow motion. Companies like this. Все, стой спокойно. Стой, сейчас разберут, Сань. Ну сейчас узнаешь. Сейчас все узнаешь. А что случилось? Стой на месте. Я стою на месте. Что случилось? Все, никто никого больше трогать не будет. Все, стой. Сейчас сюда снимай нахуй эту духа, Стой. Подожди, я тебя не обзывал. Ты меня игнорировал. Подожди. Я тебя открывал на Инстаграме. Зря ты выбрал это. Святослав. Ты будешь стой, не перебивай. Ты будешь так общаться со своими петушками. Да, дай бурага. Я не шучу. Я тебя ни разу не оставил, ни разу не сказал кривого слова. Ты меня начал игнорировать. Окей, я понял, что речь. Нет, ты сейчас за что будешь отвечать? Я сейчас услышал. Я месяц тебе говорю, ты таска. Нет, это все пушка, не твоя реклама, если нужна нахуй сейчас. Дело, послушай, ты нормальный чувак, я тебя понял. Но ты ненормальный, я думал, ты нормальный. Ты нахуй, ты сознался, вот ты уже с пидорас, как я, да? То, что ты находишь, что-то проигнорирует, потому что завтра не хорошо. Я тебе в Инстаграме писал, Эдвард, зря ты выбрал этот путь. Я тебя найду, и будешь сознаться. Ты сейчас говоришь мне, потому что я тебя проигнорировал, правильно? Ты закинул честно. Ты мог нормально, это не по контакту. Теперь сейчас ты будешь отвечать за другое. Слушай, все, закрыли тему. Это правда, ты не нравится, это правда? Дело не в том, что ты не так и дичь. Нет, мы не занимаемся тем, я тут нормальный пацан. Думал, отвечаю. Так, как ты видел. Зачем? Зачем вот это дело? Как ты еще вызвал? Нет, ты не вышел, ты трусливый, блядь. Я трусливый. Конечно, ты трусливый, блядь. Ты у Хача что сказал? Омирана. Теперь послушайте внимательно, смотри. Омирана говорит, меня кавказцы в рот выебут, потому что я к ним не подхожу, они меня в рот выебут, тебя меня в рот выебут. А вот стоп, да заткнись, не перебивай. Стой, послушай, да я скажу. Ты сказал, блядь, тебя меня в рот выебут, а вот к этим лохам я подхожу. Ты не говорил так лохам, послушай меня, не перебивай. Ты сказал то, что ты дал понять, что то есть, к слабым, недуховитым пацанам ты можешь опустить на всю страну, дать пятерочку и ушел. Да подожди, не перебивай. Ты дал пятерочку, он 5000 рублей выложил в ролике, он опущен на всю страну. Да, может он слабый, да, он дух может слабый, может это драка не его. Ты вот эту хуйню исполняешь. Я не те блогеры, которые будут на тебя записывать всякую хуйню, чтобы пизды дадут. Я это возьму и сделаю, да, обязательно. Подожди, вот это... Зачем ты это делаешь? Нет, нашу зачем? Тему с тобой. Я не хочу вносить вообще принципы нашу на YouTube. Нет, тему. Ты сейчас вот ты собрал это, все сделал. Ну круто, минус третий этаж, супер. Ты молодец, сделал все. Примерно мы понимали, что такая хуйня возможна сейчас. Но фишка в том, что ты подошел... Объясни. Нет, я тебе объясню. Это правда, я прандерму тебя. Ты что, там люди не отходишь так? Жучи, мы никого не бьем в лицо. Ты не бьешь в лицо, ты вот так, ты унижаешь достоинство. Это другой вопрос. Ты унижаешь достоинство. Ты снимаешь ролики. Подходишь к пацанам. Встаньте нахуй отсюда, ты, блядь, да? Встал, на первого раза не понял, да, но деньги есть, блядь? У меня 300 рублей только. Тебе, сука, 300 рублей, тебе, сука, не стыдно, ты, блядь, 300 рублей. Еще раз, нахуй, будешь ходить с 300 рублями, да, ебало разобью, на пятерку, нахуй. Чтобы были деньги при себе, чтобы не стыдно было перед тёлкой, понял? И почему не кавказ не похож? Объясни. А, вот, хорошо, объясняю, почему не похож. Вот выбор тебя. Нет. Допустим, мы пошутили, вот, я подошел к человеку, шутка прошла, он понял шутку, мы угарнули. Допустим, просто даже взять и образом кавказец понял твою шутку. Такое бывает, это реально, это реально. Ты кавказец был, братан, ты ошибся. Нет, не важно. Нет, ты уважающий себя человек, братишка, послушай сюда. Ни славянское происхождение, ни кавказское. Подобное ты не то, что ты лечишь. Не поддержит, не поймет. Я твоего друга тоже не понимаю. Он кричит, что тебе друг. Значит, он тоже поддерживает твою шляпу. Вот эту. Ну, ты инвалид, что начала. Ли? Ты инвалид? Нет, не инвалид. Ты здоровый, видный парень. В заводе пустой, как недавно кое-кто из нас сказал. Тебе работу дать. Если ты не умеешь нормально двигаться среди нормальных людей. Мы работаем с твоей. Да нет, работа ладно. Ты сейчас другой вопрос. Не-не-не, ты говоришь про Дагестан. Вот, нет. Ну так суть, блин, была нам. Скажи в камеру, что ты пацанам можешь сказать? Камеру скажи. Давай по-нормальному. Нет, по-нормальному уже с тобой не будет. Когда ты мне поддерживал. Я предлагал тебе по-нормальному. Нет, скажи пацанам в камеру. А сейчас ты говоришь... Потому что если я с человеком хорошо общаюсь, он мне близкий, если ты будешь неправ, я буду за тебя. Ну буду тебе объяснять. Потому что, братан, ты здесь неправ. Давай, ну я буду. Короче, за тебя. Одним словом, 41 год объяснил, она прошла. Сейчас по факту разговариваю. Есть недовольство людей, которые тебе только что высказали, да? Ты, меня сюда никто не звал, я сам сюда. Попутный вопрос. Слышь, попутный вопрос. Тогда на камеру держи господов,
которых он говорит, которые, не знаю, считали, иначе 5 тысяч не давал, хоть что-то давал, не давал, не играл. Не, ну 5 тысяч не дал за бич, правильно? Который незнакомый человек унижал. Я не знаю, где у тебя правда, говоришь, по 5 тысяч. Но это же унижение. Ты же унижаешь человека, ты же унижаешь. Я это знаю. 5 тысяч, все хорошо, ты знаешь, что ты унижаешь. Скажи этим людям, что унижаешь. Я не давал, почему тут 5 тысяч. Я не говорю, что я не давал. Мне вообще не надо было давать такой расклад. Дело не в 5 тысяч. Ты за 5 тысяч купил удостоинство просто на всю Россию. Только что, до вас, день назад, два чеченца разыграли меня. Это не разыграли. Я видел, блядь, серьезно. Меня сейчас никто не разыграл. Не-не-не, и они то же самое мне говорили. Блядь, я тебя переверну. Не-не, знакомые мои там уже. Просто скажи тем людям, которые ты унизил на всю страну за пятерку. И все, которые говорят, просто обратись к ним. Что мне сказать? Не знаю, что мне тебе говоришь, что сказать? Не-не, ты говоришь, что обратиться к ним. Обратиться. Ну ты считаешь, что нормально? Я считаю, это ненормально. Обратись к ним. Я тогда еще говорил, это я полностью даю себе отчет, что это не очень, это неправильно. Я это понимаю. У каждого есть свои ошибки. То есть здесь нет ошибки. Я понимаю, без проблем. Все, с кем снимали пранки, все, кто попадался под камеру, или те, кто там занимались тем, чем я занимаюсь, там, ребята, которые были на постановках со мной, там, за деньги, сюда-сюда, которого никто не знает, между прочим. Это, ну, тоже такой был важный момент. Я, когда спонул, Петеру подавал деньги, уходил. Вот за ситуацию, за всех людей, которые ты считал, что ты унизил. Ну, там миллион аудиторию. Дело не вынизил, а дело именно в розыгрыше. Это не задел. Ты задел. Честь опустил. Задел. Понимаешь, пацан не духовитый, да? Он не может им ничего в ответ сделать, да? Ты снял, ну, вроде пятерочку дал ему, ну, зато на всю Россию. Ну, не важно, сука, вот хоть 50 тысяч. На всю Россию на миллион аудиторий показал то, что вот, смотрите, пацан унижен, потому что он слабый духом, он не смог тебе в ответ делать. И как ему потом близкие, знакомые, родственники будут смотреть на это, как ты унижаешь, что он духовитый? Все, кто занимались, и те, кто снимались у меня в роликах, все, кто попадал под раздачу, грубо говоря, пранк, розыгрыш, я не знаю, как сказать, по-другому еще, то есть такая тема, к чему мы клоним сейчас, да, и к чему... На меня не смотрят. Не, я тебе понял, ты мне хочешь сказать, чтобы я сказал им что-то или что-то? Что ты от себя хочешь? Я тебе не оставляю, не говорю, от себя скажи, что ты хочешь сказать. Да, безусловно, это было неправильно, пацаны, то есть все, кто попадали, то есть в любом случае вы должны были понимать, почему это делается и для чего. Как бы это с моей стороны было неправильно по отношению к вам. То есть, ну, как бы лучше так не делать, как я делаю. Ну, то есть, лучше такие ролики не снимать, это опасно. И не унижать людей, правильно? Ну, естественно. А как ты дальше будешь снимать ролики? Будешь дальше унижать? А ты в курсе, что у меня 4 пранка завалили? Мы не можем снимать пранки. У людей будешь дальше унижать? Розыгрыши, которые ты раньше делал, еще до грани. Прикольно, то же самое. Примерно то же самое. Ты знаешь. Вот откуда когда ты поднимаешь людей из ресторана, говорят, вышли нахуй отсюда. Ну, грубо, я утрирую, да? Это унижение. Ты доигрался, сука. Ты понял, нахуй? Ты доигрался, нахуй. Все равно вышли, нахуй, отсюда. Знаешь, что ты будешь делать на своем контенте? Нет, мы снимаем так же самое пранки, но подобное банят. И мы такое снимать не только из-за того, что банят. Скажи, унижать будешь людей? Унижать их достоинство и честь нет. Не будешь. С этим ты завязал. Да потому что банят это. Даже не с тех соображений. То есть, то, что банят? Нет. Своего вот этого людского у тебя человеческого нет, да? Естественно, оно есть. Ты понимаешь, если ко мне так подошли, да, было неприятно. Ты скажи еще раз, будешь унижать людей? Мы не унижаем людей. Отвечай за слово, как пацан сейчас. Подожди, дружище, я же записываю на камеру. Конечно, я это уже отвечаю за слово, правильно? Это просто потом покажут и все, правильно? То есть уже нет смысла говорить, там я не отвечаю, уже записано все. То есть как бы мы прекрасно все понимаем. А ты думал, что вообще такое когда-нибудь случится? То, что вот это вот? Да. Ну, есть вероятность. Ты рисковал, нет. Правильно. Ну, рисковал, дело не в этом. Да. То есть я мы рисковал. Понимали, что мы сюда едем. Мы да. Понимали, могло бы так. Мне, в первую очередь, почему я с тобой встретился, я тебе написал в WhatsApp, как только ты меня заблокировал, я думаю, ну все, это здесь игнорировать не надо. Если у тебя нет со мной ничего обсуждать, скажи, Святослав, мне с тобой обсуждать нечего. Все. Примерно так же ты снимаешь, но у тебя другой образ, все по-другому как бы. Конечно, абсолютно по-другому. Я все до слабых, я так не подхожу к слабым. Дело не в том. Да, ты не подходишь к слабым. И из-за этого вы выхватываете конкретно. А мы подходим, потому что мы хотим удержать те самые ролики, как чтобы они. Удержите. Мне больше с тобой разговаривать нечего. Ты на камеру сказал, перед всеми извинился, что унижать меня ты больше не будешь. Прикалываться, разыгрываешь. Делай, что хочешь, твое дело. Ну, унижать не надо. Я просто представил, вот тот пацанчик, которого ты унизил, ну да, вроде пятерку дал, розыгрыш. Я не давал пятерку. Стой. Ну, на видео ты даешь им пятерочки. Что, потом забрал ее? Нет.